Бельцах продолжается работа специалистов всех ведомств. Я хочу поблагодарить врачей и Бельцах, и во всей стране, МЧС, сотрудников полиции, других членов комиссии, которые сейчас, не покладая рук, с утра до ночи работают над тем, чтобы минимизировать угрозы, связанные с распространением коронавируса в Бельцах. Вы знаете, буквально несколько часов назад я созвонился с директором свободной экономической Бельц Марином Чубану, и как бы появилась идея открыть специальный счет в Приморье для добровольных пожертвований, потому что он, как директор свободной экономической зоны, сказал, что хочет перечислить 200 тысяч лей, чтобы эти деньги могли использоваться для покупки специальных химикатов, для дезинфекции масок, ну, всего, что будет необходимо. Возможно, понадобится транспорт, возить врачей и так далее. Плюс, являясь мэром города, вы знаете, что я всегда участвовал в разных социальных проектах, поэтому первыми на этот счет поступят именно 200 тысяч лей. Это 200 тысяч лей моих денег и 200 тысяч лей свободной экономической зоны. Поэтому вот, переговорив с господином Чубану, огромное спасибо ему от меня, от всех бельчан за этот жест. Потому что сегодня ситуация, к сожалению, с каждым днем ухудшается. Да, в Бельцах у нас нет ни одного зарегистрированного случая, но очень много денег уходит на обработку улиц, тротуаров, детских площадок. Значит, сегодня ждем дополнительную химию. Значит, все эти реагенты были согласованы с врачами. Врачи определяли, и так должно быть, что лучше использовать для обработки лифтов, подъездов, входных групп, магазины, тротуаров, детских площадок и так далее. Поэтому наш первый жест, мой как мэра города, 200 тысяч лей. Значит, я дам команду, с моего счета перечислят завтра утро. И 200 тысяч лет свободной экономической зоны. Я знаю, что и другие экономические агенты Бельц хотят в этом как-то поучаствовать.